Если, подойдя к ловящему рыбаку, вы спросите, на что он ловит, а он грубо ответит, что ловит на писюн, не обижайтесь на него, возможно, он вам не грубил, и у него действительно есть такая блесна. Блесна смешная, как я ее называю. Литая приманка весом 5 грамм, родом из Китая. Ну, любят китайцы всякого рода извращения. Данная блесна переделана. Раньше у нее был подвесной тройник, а теперь впаянные крючки. Я знаю, эта блесна ловит. Надеюсь, будет ловить и впайка. А как думаете вы,